Может быть, у вас есть несколько слов для украинцев, что нужно сделать, чтобы, знаете, мы вернули все на круги своя? Ну, во-первых, украинцам надо осознавать, где мы сейчас и кто мы. Если мы этого не осознаем, то тогда и делать ничего не надо, потому что тогда мы не будем знать, что надо делать и в каком направлении двигаться. Если честно, вот так экспромтом, я никогда над этим не задумывался. Вы знаете, часто там батька в Украине и прочее. Я вот так иногда думаю, вот а чем можно было помочь Украине? И думаю, что если бы даже, не дай бог, на меня вот выпала такая участь, вот сейчас вот что-то сделать в Украине, я даже не знаю, что нужно сделать.